Всем привет! Вчера закончил свою четвертую женскую спину в технике Соты Бори без машин. Клиентка просила варана, и я нашел ей японский аналог Вани. Значит, это крокодил. Значение можете сами поискать, подумать, вот, что это значит для вас. Редко на гравюрах можно было встретить, еще более реже в татуировках. Но некоторые просили, и мы делали какие-то проекты. В данном случае машины я делал, свою первую спину. В дальнейшем уже вторую спину я делал батл с героем. По технике это классический Соты Бори с жирными контурами, Фото Бори, тенением, букаши. Вот краски использовались как профессиональные, так и японские. А вчера я отфотографировал конечный результат. Через месяц посмотрим, как заживет, и мне уже зажившую. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких нестандартных мотивов. Видели вы до этого или нет? Крокодилов в татуировке, в классической. Может быть, какие-то гравюры найдете интересные или информацию по значениям. Вот, пишите, задавайте вопросы. До свидания. You've been losing your way again.